Всем привет! Сегодня будем рассматривать баг с тем, как мы с вами попадаем к Анжеле без ключа. Давайте сегодня мы посмотрим на этот шедевр. Я знаю, как это делать, поэтому я вам сегодня покажу, а вы уже заранее поставьте лайки, подпишитесь на канал. Если вам не понравится этот ролик, отпишитесь и не будете ставить мне лайки. Договорились? Окей. Начинаем. Смотрите, для начала нам надо будет выйти на улицу, потому что баг получается только там. Так, смотрите, заходим мы на кухню с вами. Идем. Так, можно даже не смотреть, что он находится в этих, в ящичках. И дальше, смотрите, делаем. Нажимаем одновременно сесть, встать и спрятаться. Вот так нажимаем, и мы такие маленькие, но шустренькие. И когда мы маленькие, но шустренькие, вот так сюда заходим. Оп! И мы с вами за текстурами. И дальше идем. Аккуратненько, вот так. Главное только не приближаться к стене, потому что вас просто выпрет. Вот смотрите, вот это я сейчас иду по стене. Так. Главное идти аккуратно. Вот тут надо идти очень аккуратно. А вот на второй стенке уже можно неаккуратно, потому что мы с вами уже будем очень близко к Анжеле. Она тут почти сразу. Начинается ее локация. Так, идем, спрыгиваем. Это сюда. И теперь смотрите вот сюда. Именно сюда. Вот. Мы с вами на текстурах, и мы с вами можем посмотреть, что находится в колодце. Ну, мы не увидели с вами. Но если вы сделаете, то можно увидеть, что в колодце. Смотрите, тут Анжелика должна быть. Так, посмотрим. Посмотрим, что тут у нас. Так, вот тут у нас выход на улицу. Вот сюда. Это понятно. Дальше. Можем проходить просто спокойно игру без ключа. Вот часть дробовика у нас лежит. У нас как-то тут Анжела, она есть, но ее плохо видно. Она не показывается. Типа боится, что ли. Так, ладно. Пока сюда залезем. У нас пусто. Пук. Смотрим. Никого. А где Анжела? Мне становится страшно даже где. Так, здесь сюда часть дробовика лежит. А, Анжела тут. Полно. И давайте ролик закончим на том, что я просто в лифте попробую взорваться. Пьем. Давайте. Ну, не взорваться попробую, а попробую выбрать правильное. Или неправильное. Блин, мне так страшно. Ну блин, ну так она в текстуре так провалится, вообще некрасиво. Некрасиво. Второй. Меня взорвало. Ну, на этом будем заканчивать этот видеоролик. И я вам показал этот страшнейший баг просто для разработчиков, как мы без спайдеркей попадаем к Анжеле. Поэтому я заканчиваю на этом свой видеоролик. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Всем пока!